Коллеги, наш пресс-центр на Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Гладков Денис, Key Account Manager компании Bitserborus, поставщик весового и упаковочного оборудования, в основном для торговых сетей и больших компаний. Расскажите, пожалуйста, ваш приезд на выставку, скорее всего, ознаменован какими-то интересными новинками, то, что вам есть предложить что-то ритейлерам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, конечно, мне было интересно послушать и торговые сети, их представителей. И хотелось бы, конечно же, рассказать о наших новинках. В первую очередь, это система предотвращения потерь SuperSmart, которая используется при селф-сканинге, когда покупатель сам совершает покупки в магазине при помощи ручного сканера либо мобильного телефона. Данная система работает за счет использования и контроля веса, фото-видеофиксации верхнего слоя товаров в тележке, а также за счет измерения покупательских алгоритмов. То есть это все полностью завязано на системе Scan & Go, либо self-scanning, как иначе это называется. Мы сейчас прорабатываем это с крупнейшими торговыми сетями России. Возможно, в скором времени вы увидите пилот. Данная система работает во многих странах Европы уже, в Израиле, в Германии, в Чехии, в Румынии и еще нескольких странах. Кроме этого, в скором времени у нас будет представлена новая технология для весов. Это технология распознавания товаров, которая позволит сократить очереди, так как на весах будет сразу отображаться нужный покупателю товар, что избавит его от необходимости запоминать товар, чего мы очень не любим, когда нужно запомнить какой-то номер овоща, а вы набрали целую корзину, и это очень беспокоит многих покупателей. Мы постараемся от этого избавить, при том, что видеокамера уже встроена во все наши новые весы, во все наши новые представленные для покупателей весы. И готовы проконсультировать любых наших партнеров, либо клиентов, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с нами. Расскажите, где вас на нашей выставке можно найти, чтобы все заинтересованные люди вас могли найти и более плотно пообщаться по поводу ваших продуктов? Мы находимся здесь, но не представлены на стенде в этом году, к сожалению, но обязательно постараемся в следующем году быть с вами. Да, можно даже назвать сайт, все что угодно, лишь бы вот то, что ваш продукт явно очень нужен всем, а мне как покупателю очень нужен, потому что очень хочется не бегать после каждого овоща с запомненной вот этой цифрой, бегать туда-сюда, хочется, конечно, сразу набрать, все купить, и я так понимаю, что вы можете мне в этом помочь, скорее избавиться от этого. Да, конечно, мы обязательно в этом поможем. Сайт bitserbo.com, bitserbo.ru. Обращайтесь, мы поможем, рады сотрудничеству с партнерами, с поставщиками, с нашими потребителями. Поможем всем. У нас есть абсолютно разные продукты. Спасибо вам большое за общение и до встречи в следующем году. Спасибо большое. Всего доброго.